в основном нагрузка, все мы знаем, что в связи с похолоданием нагрузки на ТЭЦ города Бишкек увеличивается, соответственно, выбросы тоже увеличиваются в зимний период. Конечно, дымовые газы ТЭЦ города Бишкек тоже влияют на смог, но у нас есть документ официальный, полученный от Госагентства охраны окружающей среды, где говорится, что 14% это ТЭЦ города Бишкек в общем объеме занимает вот выбросы 14% только. Все мы знаем, что в 2017 году завершился проект модернизации ТЭЦ города Бишкек. При завершении введены в работу два блока, два котельных установок и два турбоагрегата. Котельные установки оснащены электрофильтрами и серочисткой. То есть дымовые газы после котла агрегатов проходит через электрофильтры, проходит вторую ступень очистки, это серочистка. И степень очистки дымовых газов по проекту он составляет 99% очищения. Конечно, ТЭЦ города Бишкек тоже идет вклад в смог, загрязняет воздух, но, как сказал уже выше, она не единственный источник загрязнения, есть еще другие, это более 85%. Есть другие факторы. Это, наверное, автомобильный транспорт, мини-котельные, бани, проветривание города, застроено, высокие здания застроено не по проекту. Должен быть надзорные органы, которые должны, чтобы роза ветров, направление ветра протекало через весь город. Улицы, чтобы были так построены, застройки, чтобы проветриваемость в городе была.